91 обслуживающая организация по итогам 2014 года оказалась в черном списке. Аутсайдеры набрали меньше 20 баллов. Рейтинг составлялся по 14 показателям. Основные – это наличие и величина долгов поставщикам ресурсов, число жалоб граждан, предписания от надзорных органов и их выполнение. Также учитывались экономические показатели и состояние жилого фонда, старый он или новый. В 2015 году к критериям оценки добавится и общественное мнение. Таким образом, первое место среди красногорских коммунальщиков заняла компания ООО «Развитие коммунального хозяйства». Серебро досталось ДЭС-сервису. Это 25-е и 29-е места, соответственно, в областном списке.